Из-за сильного снегопада в 4 регионах страны закрыли трассы. На 10 участках дорог республиканского значения ввели ограничения движения. Непогода сегодня спровоцировала массу аварий. Только за минувшие сутки в Астане зарегистрировали 70 ДТП. Алишер Рашимов с подробностями. 6 участков дорог республиканского значения закрыли в Карагандинской области из-за сильного снегопада. Приостановлено движение пригородных автобусов. С проблемой столкнулись и будущие автомобилисты, которые не смогли сдать практический экзамен в спеццоне. Территорию автодрома сначала нужно очистить от снега. Но если метель усилится, сдачу экзамена могут отложить. Между тем, в столице за прошедшие сутки произошло 70 ДТП. 25 аварий зарегистрировали за ночь, отмечают полицейские. К примеру, это столкновение произошло ранним утром на Кургалжинском шоссе. Из-за плохой видимости погрузчик врезался в легковушку. За рулем последний находился Аблай Сакибаев. Поврежден 5-6 точек, там зеркала. Там пострадавших, свидетелей у меня нету. Спецтехника за седаном ехал. И не успел тормозить. Скорость где-то был 40. Ориентировочно. Столкновение, на первый взгляд, мелкое и можно разрулить между собой. Но если приглядеться, то ущерб куда серьезнее. Соответственно, решить по Европротоколу без участия полицейских не получилось. Мы уже составили протокол по статье 110 по части 1. На усмотрение суда штраф 20 МРП или лишение водительских прав. Предупреждаем всех водителей быть максимально внимательными, соблюдать строго ПДД. А вот в области Жетысу из снежных заносов спасли 7 человек. На участке трассы у Шарал-Достык из-за метели застряли 16 больших грузов. Сообщение на пульт спасателей пришло ночью. По информации ДЧС региона, часть водителей эвакуировали в безопасное место. Сейчас они находятся в пунктах обогрева. У тех, кто остался в своих машинах, есть необходимый запас еды и ГСМ, сообщают спасатели. Из-за плохих погодных условий в Алакульском районе закрыта автодорога республиканского значения Ушарал-Достык, а именно 120-130 километры. На данный момент скорость ветра составляет до 30 метров в секунду. И в связи с этим просим всех граждан отнестись с пониманием и не выезжать в дальнюю дорогу. Между тем, спасатели Восточно-Казахстанской и Алматинской областей предупредили о высокой угрозе схода лавин в горах. Жители и туристов просят воздержаться от походов на заснеженные склоны в период снегопада, метели и штормового ветра. На востоке страны в эти выходные спустили сразу 2 снежные лавины. В результате профспусков сошло больше 4500 кубометров снега. Стоит отметить, что за прошедшую неделю сотрудники МЧС осуществили около 1200 выездов, во время которых спасли 265 человек, в том числе 37 детей. Алишер Рашимов, Мадияр Кандыбаев, 24 KZ.